Thank you.
Вон, посмотри.
go! Воронов. Бедняжки. Это... что? Вороны. Те, которых мы истребляли. Шпионы Одина. Древо не даст нам того, что имеет. Он обрел мудрость, мы чакнем вернуть. Сели мы на ветвях. Как думаешь, что это значит? Я-то думала, в загадках ты спец. Убивая ворона, мы дарим свободу его духу. Вот значит как. Свободу. Ну, зато Один уже над ними не власть.
Каждый из нас приметлив, смышлен. Хорошая птичка, хороший шпион. Жизни конец, души тонут во тьме, но хранительница призвана нас к тебе. Хранительница. Прислужница Онина. Он поручает ей свои самые грязные делишки. Сам я ее не встречал. Сбегали мы, бились, кричали во тьму, но от них не уйти никому. Мимир. Как нам найти эту хранительницу? Я бы рад был подсказать, но не знаю, где она может быть. И жива ли она вообще? Мы ее найдем. А ну прочь от моих детей! Хватит! Ага, еще один обломок Асгарда. Такое ощущение, что он какой-то другой. Другой? Не знаю, просто... Странное чувство. Твой острый разум не знает предел. Моя стрела ее замедлит! Никак не уймутся. Алта! Как ты брал?
Рады такому исходу. Неужели им никак нельзя помочь? Мне кажется, мы уже... Возможно. Что это? О, память о войне. Можешь здесь потренироваться, если хочешь. Ты будешь сражаться только с образами противников. Они тебя не ранят. Свое получили, ты, мать и отец. Теперь всем нашим мучениям конец. Постойте-ка, это что, тюрьма? Похоже на то. Тогда идем. Внутри может быть что-то полезное. Путь идет вглубь. Надо продвигаться дальше. О, да. Я более чем уверен, что в глубине асгардской тюрьмы нет ничего крайне опасного. Пережили Рагнарёк. Может, и некоторые пленники уцелели? Давайте выясним. Хм.
Узнаешь его, Мимир? К сожалению, нет. Помню, Эйнхерии устраивали исчезновение гномов-бунтовщиков во время оккупации. Должно быть один из них. Осторожней, брат! Это гибрёк! Этот эльф не особо высокого звания. Какую выгоду Один получил, бросив его в тюрьму? Вероятно, информацию, но зачем тогда держать его тут? Проще ведь убить. Осторожно. Эти узники, возможно, не очень признательны тебе за свободу. Алка! Не благодари, сволочь! Алка!
Фрея, невероятно! Стой, не может быть. Это Тюр. Это иллюзия? Нет, брат, похоже, он настоящий. Мимир? Это ты, дружище? Это я сам воплоти, да. Вы подняли такой шум, если Один об этом прознает... Один мертв. Миры, наконец, от него избавились. Ты в безопасности. Один мертв? И Асгард пал. Так владычеству асов пришел конец. В это трудно поверить. А кто же ты? Его зовут Кратос. Кратос. Знакомое имя. Идем. Тебе нужно отдохнуть, поесть. Нет. Что мне сейчас нужно, так это подумать над тем, что вы сказали. Побыть наедине со своими мыслями. Хорошо. Сейчас мы обитаем в мире между мирами. Найди нас, как будешь готов. Кратос. Я про тебя где-то слышал. Ну, ничего, еще вспомню. Конечно. Ценю твою заботу. Я в порядке. Бояться больше нечего. Но мне хотелось бы побыть одному. Ты думаешь, это правда он? После всего произошедшего верить вообще сложно. Но раз Одина нет, я не вижу причин сомневаться. Наши пути пересекутся. В этом я уверена. Куда теперь? Не знаю. Может, садовником? За сон травой в хороших-то условиях трудно ухаживать, а уж тут он отдал все силы, чтобы сберечь тебя. Тогда тебе нужно его взять. Здорово! Ты как, брат? Очень неплохо. Hmph.
Huh.